чуть не упала. Вот так у нас здесь. Маш, посмотри, там еще лед. Лед на озере, ничего не тает. Полседьмого. Ага. Маш, ну смогут прийти, нет, они прийдут. Я говорю, у них какой подъезд? Первый, по-моему. Да откуда я знаю? По-моему, первый. Откуда ты знаешь, какой у них подъезд? Угу. Какой подъезд? А? Какой подъезд у них? Ну я тут стою, тут хожу. Я пойду на ту штуку, стану там, как бы ближе. Развилка. Направо пойдешь, прям на каток попадешь. Ну, зимой, по крайней мере. А налево только на горы, на горы. Вон Маша куда ушла. Подружек своих ждет. Набрала с собой игрушек, и бадминтон, и мяч, и мыльные пузыри. Короче, все, что дома было, все взяла. А подружек нет. Вот у нас как здесь красиво, даже сейчас красиво, приятно гулять. А мы тут недавно ехали, у нас магазин построился, лента огромный такой, большой. Как у вас в городе, а у нас он один единственный большой, и мы туда ездили. И когда туда едешь, он находится где-то на Комсомольском. Господи, какие там страшные дома, все серые, какие-то высокие, огромные, старые. Ой, фу, гадость. А здесь все цветное, красивое. Я не знаю. И квартира-то там дороже. За что люди только деньги платят, не знаю. За страх, за какой-то. И вот мы ехали с Машей, нас аж в автобусе затошнило. Им даже раньше вышли. Пришлось раньше выехать. Во-первых, мы очень долго ехали. Хотя она находится якобы дальше, чем лесная поляна, в другой стороне. Мы ехали туда минут, наверное, 45. Я вообще чуть не чокнулась. Меня так укачало. Пришлось раньше выйти. Еще мужик какой-то вонючий зашел. Да рассказывай, тетя Наташа, как мы с тобой ездили в ленту. И какие там старые грязные дома. Хотя они не такие старые. Наш дом-то на Кирова в центре города еще старее. Лет на 40, наверное. Слушай, а мы там на двоих гуляют. И что, может быть? Идем посмотреть. Я пойду посмотрю. Меня подожди. И самокат только пойдет. Ты еще их подожди минут 10, может быть, они сейчас придут. Первый подъезд начинается оттуда или оттуда? Да я откуда знаю, откуда здесь первый подъезд? Но я думаю, отсюда. Нет, должно быть, все-таки они же не евреи, должно быть с другой стороны. Откуда вообще? У нас только один в городе дом. Слева направо. В котором Янка живет, да? У них... случайно там люди с одной девочкой. Вот это вот? Да. Ну что, ты не видишь, что не они?
Короче, вот такая здесь красота. И причем здесь всегда почти солнце, почти всегда оно здесь. Мы находимся как бы на горе города. Вон, по-моему, они сидят. А? Вроде мама такая с черными волосами сидит. Такая, вот. Какая мама? Мужчина тут? Да, и девочка. Ну, мужчина сидит. Какая девочка-то? Вон там у нас находится Вовкин двор. Зоопарк. Слушай, а зоопарк-то еще не открыли на улице? Вот, наш зоопарк. Небольшой, но очень прикольный.